А, ты про танго говоришь? Нет, я еще не сидела. Да я только проснулась. Я только встала. Какой это танго, блядь? Палец обожгла. Ой, сижу, дурачу его вот, в воде в холодной. Да я не сижу в танго и не регалась там. Пятнадцать ноль пять. Да там, блядь, приватницы, ё-моё, Джиджи, там просто приватницы, там просто так ничего никто никому не дарит. Плюс там на английском все пиздят. Я ничего, я же не англичанка, я же русская. Только на русском умею разговаривать. Ёбаный в рот, когда это пройдет боль? Привет, да палец обожгла. И тяжело. Я не умею терпеть. Я не умею вообще терпеть ожоги. Другую чего? Соску? Сейчас я ручку помою и пойдем. Да, думать не учили. Это просто торопилось что-то. Я вообще забыла, что это кипяток. Они что-то стояли втроем. Я чем-то занималась на кухне, что-то смотрю, они стоят, не знают, как пробку вытащить. Я что-то такая, в смысле не знаешь. Так вот беру ее раз и пиздец. И я сидела на экзамене, вы просто не представляете, с какой болью она была, у меня вся красная рука. Я написала этот экзамен на тройку, на меня еще орала учительница, я не стала говорить, что у меня моложок руки. Я просто сидела и терпела. Я попросила, короче, влажные салфетки у девчонок. Налила в эти салфетки воды, чтобы они прям мокрые были. Вот так вот смачивала руку. И вот так вот под партой сидела и дула. И, короче, уже на середине урока я понимаю, что это нестерпимая боль. Я говорю, можно, пожалуйста, выйти? Выбегаю, бегу до туалета просто под ледяную воду. Я, понимаешь, такая боль, которую хуй забудешь. Ну, был экзамен.
Я не знаю, типа, это какой-то прям самый тупой день в моей жизни, наверное, блядь, был. Вообще просто какой-то тупизна на тупизне. Не прийти не могла, потому что если ты не придешь, она там была строгая училка, говорит, мол, переписать никому не дам, ничего не дам, вот приходите, явка 100%, она классуха еще была. Она после этого года ушла вообще на пенсию, она старая, старая была.